Летучие мыши могут видеть. Но для того, чтобы ориентироваться в темноте, большинство видов пользуются эхолокацией. Животное определяет расстояние до объекта по интервалу времени между подачей звука и возвращением эха. Например, некоторые летучие мыши могут отличить комара от жучка по тому, насколько быстро те машут крыльями. Своими большими ушами они улавливают эхо, отраженное от объекта. На основе таких эхосигналов летучая мышь выстраивает в голове трехмерную модель окружающего пространства. Она способна определить местоположение объекта, расстояние до него и то, на какой высоте он находится. При этом гомон и писк ее сородичей ей не помеха. Судя по экспериментам, мыши определяют время, которое требуется сигналу, чтобы вернуться, с точностью до 10 наносекунд. Это позволяет им вычислять расстояние до объектов с точностью до миллиметра и даже меньше.